В эфире программа «Особое мнение». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Юрий Шлемензон, член Общественной палаты Кировской области, главный редактор телеканала РЕН-ТВ Киров. Юрий, очень добрый день. Добрый день. На сайте hakirov.ru, напоминаю, есть... Владимир, разрешите я скажу свою обычную фразу, чтобы не подвести вас прямо сейчас. Сейчас. Что все сказанное мной в эфире является моим оценочным суждением. Хорошо. На сайте hakirov.ru есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, есть там специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого мнения. Надо сказать, что список тем у нас на сегодняшнюю передачу весьма и весьма разноплановый. Хочу я начать вот с какого вопроса. На прошлой неделе появился список кандидатов в Общественную палату Кировской области нового, уже третьего созыва. Список кандидатов от областного заксобрания, и вы в этом списке присутствуете. Выдвинул вас Владислав Гукасов. Да. Как депутат ОЗС и как бывший уже вице-спикер ОЗС. Расскажите, пожалуйста, согласование было какое-то? Беседа личная, предложение? Предложение было. Ну, если вы помните, что я в предыдущем созыве законодательного собрания был по фракции партии ЛДПР. И поэтому я как бы не особо и прерывал взаимоотношения. С либерал-демократами? С либерал-демократами. И когда поступило такое предложение, я счел ненужным отказываться от такого предложения. Мне интересно работать в Общественной палате. Есть еще вопросы, которые надо дорабатывать и работать дальше по ним. В тех комиссиях, в которых я работаю, мне интересно работать. Это комиссия по экспертизе законодательных актов. И вторая – это рабочая группа по взаимоотношению с органами, правоохранительными органами, связанными с безопасностью. В общем, силы в себе чувствуете, настрой соответствующий. Есть. Да. Ну, вы, безусловно, видели этот список? Нет, я, к сожалению, не видел. 36, по-моему, там кандидатур. Ну, наверное, даже больше. То есть, получается, 3 человека на место от ОЗС. Ну, примерно. В итоге должно быть 12. Да, там будет рейтинговое голосование, на основании него будут выдвинуться кандидаты от законодательного собрания Кировской области. Выдвижение непосредственно уже, выступление кандидатов состоится в этот четверг, да? Ну, я насчет выступления никто не предупреждал. Ранее вице-спикер Михаил Курашин говорил о том, что мы будем всех этих кандидатов заслушивать с их Я, по крайней мере, об этом не осведомлен. Ну, соответственно, ничего не готовите никакого специального? Нет. Как оцениваете вообще новую систему формирования Общественной палаты? Нет, ну это хорошо, только, что... Когда не только губернатор, но и законодательный орган. В этом ничего удивительного нет. То, что законодательный орган принимает участие в формировании Общественной палаты, наверное, это правильно. Хуже от этого нет. Но если бы весь список сформировался от общественных организаций полностью, я думаю, что это бы еще лучше было даже. А в нынешнем составе палаты вы от общественных организаций, как раз таки. Да. И в первом и во втором созыве я был от общественных организаций. Ну, а если в те 12 человек не войдете, или уже есть такое? Нет, ну что значит есть? Нет. Буду... Общественная организация от меня не отказывалась, которая выдвигала, наверное, выдвинет еще. Ну, будете искать другой путь, да? В любом случае. Не я ищу, а те организации, которые рекомендуют меня для общественной работы в Общественной палате. Хорошо. Сейчас хочу поднять тему, о которой и по поводу которой в последнее время очень много мнений есть. Я имею в виду возможное объединение Вятского государственного университета и Вятского государственного гуманитарного университета. Почему возможное? Ну, потому что нет такой, да, еще подтвержденной информации, что все два вуза будут сливаться. Ну, пока ректоры этих вузов ситуацию не комментируют. Но, правда, вот Валентин Николаевич Пугач, наш ректор ВГУ, был на прошлой неделе в передаче «Особое мнение». Он сообщил, что если решение об объединении вузов примут, то политех будет к нему готов. Ну, как если было ожидать, других слов, наверное, не следовало ожидать. По его словам, ВятГУ будет рассчитывать на то, чтобы стать опорным вузом. Ну, давайте начнем вообще с вашей позиции по поводу возможного объединения. Ну, я, наверное, не буду оригинально скажу, что каждое укрупнение – это ухудшение конкуренции. И если два таких мощных вуза функционировали бы отдельно, да, то я считаю, что это было бы лучше. Это существует конкуренция как среди студентов, так и среди преподавательского состава. Но в связи с тем, что эти оба вуза все же финансируются государством, да, и понятно, что административные затраты на первоначальном этапе, наверное, сократятся, резко, как у нас обычно бывает, мы сокращаем, потом это, правда, вырастает в несколько раз больше,
Да, конечно, определенные службы, которые существуют в университетах, будут сокращены или объединены с меньшим количеством людей. Понятно, что функционал такой будет необходим. Но, как мы знаем, это всегда приводит к тому, что потом намечается рост, и конкуренция, понятно, что будет отсутствовать. Рост числа чего? Численности в этих департаментах, которые первоначально будут... Раздувание административного аппарата. Ну да, мы же видим, знаем это по любому процессу, который проходит там, в городских властях, в областных властях, в министерствах, различных организаций. Поэтому мы сейчас решаем сиюминутную задачу. Понятно, что бюджет сокращается, надо выполнять все социальные обязанности государства. Мы нашли способ, что можно урезать количество управленческого аппарата института. Можно укрупнить, можно так сделать один университет в каждом округе, да? И также дальше нести службу. Сколько сократится людей? Надо ли это? Ну, не факт. Исходя из слов ректора Пугача, слов о том, что ВГУ рассчитывать будет на то, чтобы стать опорным вузом, тут вроде как признается, что политех сильнее. Да хорошо, что амбиции должны присутствовать у любого руководителя. Он всегда должен считать, что его организация, его предприятие, его вуз лучше. Ну, наверное, и подтверждение какое-то к этому прикладывает. Но выгода-то есть какая-то от этого? Или нет? Ну, вот сначала будет выгода. Мы уже говорили, что определенные службы, которые существуют в институтах, будут сокращены. Ну, уменьшены, да? Количество преподавателей, наверное, как-то тоже не факт, что останется в том же количестве. Но в дальнейшем, понимая, какой функционал будет нести этот конгломерат вузов, не факт, что эти службы останутся в том же, в той же численности, в которой они первоначально будут. Но то, что конкуренции между преподавателями не будет, выбор у студентов тоже будет сокращен, то есть не будет конкуренции. Потому что уже в этих вузах появились специальности равнозначные. Если раньше это было узкое распределение, да, когда это были институты и гуманитарии, по техники, там, да, по подготовке преподавательских кадров. Да, теперь университеты имеют многие специальности схожие. Даст ли это, вырастет ли уровень качества знаний? Есть вопросы, я думаю. Хотя, может, это повлияет на уровень качества знаний. Преподаватели с более высоким уровнем и возможностями останутся в вузе. В связи с этим вырастет качество образования. То есть информации, процесс обучения пойдет по-другому, наверное, как-то. И качество студентов, выходящих, заканчивающих этот супервуз, будет выше. Может быть. Ну, я хотел, конечно, задать этот вопрос, что не кажется ли он как-то нелогичным разнопрофильные вузы, да, объединять? Вы частично ответили, потому что уже многие специальности, факультеты и там. Ну да, хотя есть некая специализация, но она заканчивается. Ну, не знаю, можно с тем же успехом было бы там академию медицинскую объединить, так можно... с сельскохозяйственной академией. В этом раже мы можем и медицинский вуз сюда же добавить, и что? Ну, вы наверняка, да, слышали, читали слова главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова о том, что этот процесс будет проходить повсеместно по стране, когда менее сильные будут присоединяться к более сильным. И это, ну, в частности, да, понятно, что это не особенность Кировской области, что это программа, которую государство проводит по всей стране. Ну, мы видели, что было здравоохранением, которым шел по этим путям, да, к чему пришли. Будем надеяться, что... Так, с телефона звонил. Да, извиняюсь. Ну, будем надеяться, что в образовании не произойдет то, что произошло в здравоохранении. Хорошо, переходим к следующей теме. Ну, как-то вот уже о жизни городской хочется поговорить. О не самых ее лицеприятных проявлениях, что называется. На днях буквально в областном центре был раскрыт очередной подпольный игровой клуб на Карла Маркса 46Б. И надо сказать, что такие заведения у нас обнаруживаются регулярно, как, впрочем, по всей стране. И вот
В связи с этим возникает вопрос, может быть, пересмотреть эту позицию по поводу четырех игорных зон, да, которые у нас якобы созданы на территории Российской Федерации? Есть специалисты в этой области, которые понимают, что происходит, поэтому я считаю, что вопрос соблюдения закона – это в первую очередь. А что собственно, происходит-то? Вот вас это устраивает, что у нас в стране официально существуют вот как раз эти четыре игорные зоны, и все, пусть там люди играют. А тут нарушают законы, играть при этом не хочется все равно. Ну, будем говорить, что это не необходимость играть, да, наверное, не первая необходимость. Ну, для кого-то необходимость, для игроманов, которые... Ну, так тем более, что это сокращено. Потребность. Что эта вещь сокращена, мне кажется, что это очень хорошо. Просто сейчас, наверное, экономическая ситуация не позволяет в том должном уровне сделать эти игорные зоны. Или они, может быть, территориально неправильно были выбраны. Да они 6 лет уже существуют. Ну и что? Что они существуют? Это не такой же быстрый же бизнес, наверное, который, если его на должном уровне сделать, да? Ведь если мы посмотрим игорные зоны, уже будем говорить, да, то это не просто только игорный зал, да? Это большая развлекательная зона. Там залы, концертные залы, спортивные залы, где проходят там чемпионаты мира по боксу, другие соревнования проходят. Это индустрия, все же к индустрии игровой, это индустрия хорошего, качественного развлечения. С концертами хорошими, там, с крупными спортивными соревнованиями. С ресторанами. Да. Ну да, в том числе и еда, да, до достаточно высокого уровня. Это же не столбики, в которых у нас стояли там везде, где кидали монетки, и люди с очень низким уровнем заработка там оставляли деньги. Да. Я думаю, что не должны люди с низким уровнем заработка вообще ходить в такие заведения. Как бы, специально сделано, чтобы не привлекать малоимущую часть населения к такой болезни, будем говорить, как игромания, занятия в игорных залах. Ну, а может быть, стоило все-таки какой-то более мелкий, что ли, облегченный формат придумать? Чтобы были они, официально регистрировались, налоги платили. Ну, во-первых, надо соблюдать, беда у нас, надо соблюдать закон, и правильно, что ведется борьба. Есть специальные телефоны, в которых можно сообщить о том, что игровые залы работают. И очень хорошо, что наше ОВД быстро реагирует на эти звонки, если раньше это было немножко не так, да, как мы помним, то сейчас мы практически в квартал видим отчеты о том, что один игровой зал закрыт, другой маленький зал. Ну, во-первых, это уже не такое массовое имеет покрытие, да, это уже совсем локальные такие места, где происходит нарушение закона. Нет, я не сторонник нарушать закон и не думаю, что игры надо распространять повсеместно по всей стране. Это не повод для того, чтобы давать серьезное развитие такому бизнесу. И все-таки нет ли здесь недоработки этих правоохранительных органов? Ну да, ну закрывают периодически. Ну, они работают. Может продолжаться бесконечно. Ну, наверное, можно мы смотреть в корень. С наркоманией боремся постоянно. Не значит, что надо прекратить из-за тем, что не очень удачно получается, да? Что с этим не надо бороться. Ну, такой же вид зависимости. Как и алкоголизация населения, понятно, что вот мы ее не победим, это же не значит, что ее с ней надо забросить и не заниматься этим вопросом. И также, наверное, с игровыми залами, автоматами, со всеми. Хорошо, еще один резонансный случай, произошедший в нашем городе в начале июля. Я имею в виду случай гибели человека в отделении полиции. Мужчина, который был приговорен за неуплату штрафа к 7 суткам административного ареста, погиб. Скончался в спецприемнике утром 8 июля. Ну, естественно, такого происходить не должно. Ну, я понимаю, что этот мужчина погиб, потому что он погиб именно в этом месте. Это имеет такой резонанс, да? Но будем еще говорить о том, что попадают в такую ситуацию чаще всего не совсем здоровые люди, да? Если они имели там... не имели возможности уплатить штрафы, ну, это, конечно, может быть и связано там с нарушением порядка трудоустройства или другими, но контингент, который обычно чаще всего задерживается привлекается к административному аресту за неуплату штрафов,
это не совсем здоровый контингент, и я не вижу больших нарушений со стороны УВД, так как меры со стороны УВД, насколько на данный период, я знаю, были приняты вовремя, соответствующие. Нарушений должностных инструкций сотрудниками не было. Вот если в этом плане было, то не приглашали скорую помощь, не оказывали первую помощь, да, ну тогда можно говорить о том, что есть нарушения. Но пока это не выявлено, я думаю, что это будет находится на контроле, как я понимаю, руководства УВД. И по результатам всех экспертиз и расследований, которые проводит самоуправление наше, мы получим достоверную информацию, которая позволит в дальнейшем разработать систему мер во избежание таких случаев. На общественном совете при УВД, в состав которого выходят такие проблемы, как будто обсуждались? Ну, содержание, да, я сам выезжал неоднократно, смотрел, как содержатся люди в местах предварительного заключения. Хочу сказать, что разительно большая разница с тем, что я там видел 3-5 лет назад и сейчас. Ну, это вполне приемлемые помещения, они переоборудованы, проведен ремонт, налажено питание людей, ну, более-менее приличном уровне. Но есть большая разница, поверьте, из того, что я видел там 5 лет назад, и то, что я видел, например, в прошлом году. Заслуга. Ну, да, работа. Правоохранитель. Да, работа. Но, видимо, есть куда еще двигаться дальше. Наверное, да. Ну, процент умерших в период предварительного заключения там, или по административному аресту, я думаю, что неразительно отличается от того, что произошло в быту. Просто резонанс это дело вызывает в связи с тем, что это именно произошло на территории места заключения. Ну, полицейского участка. Да. Вот ваш, кстати, коллега по общественной палате, Олег Ткачев, он вообще возмущен этой системой, когда за неуплату штрафа человек арестовывается. Ну да, это не, я считаю, что это не самая правильная мера привлечения. Это недоработка службы приставов, которая не занимается вопросами того, чтобы человек вовремя... Ну, после решения суда, да, почему он попадает в полицейский участок-то? Ну, есть такая превентивная мера, и легко воспользоваться, чем получить деньги другим путем, да, с неплательщика штрафов. Ну, во-первых, бывает так, что штрафы оплачены, и такое было, и человек не может во время задержания предъявить документы, подтверждающие, что он уплатил, и получает административное наказание. Такое тоже случалось, есть в практике. Поэтому я не считаю, что это одна лучшая мера превентивная по устранению неуплаты штрафа. Там же есть зачастую такой диссонанс. Сумма штрафа, она... Дороже, чем содержание. Да, гораздо меньше. Меньше, чем содержание. Гораздо меньше, чем человека, тратится, да, потом в то же самое, да, в том числе на эти же обеды. Наверное, да. И завтраки и ужин, которыми должен обеспечиваться человек, находящийся... Да, ну вообще заключение – это не лучшая форма поправить дела. У нас остается несколько минут до перерыва. Я напомню, что это особое мнение Юрия Шлемензона, члена общественной палаты Кировской области, главного редактора телеканала РЕН-ТВ «Киров». Тоже хотел бы затронуть одну из таких обсуждаемых и немножко непонятных, что ли, вещей. Администрация города, я имею в виду, нашего города, направила в адрес управляющих и обслуживающих организаций письма требования с необходимостью организации работы по выявлению самовольно проводимых и уже проведенных ремонтно-строительных работ по перепланировкам в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Связано это, как известно, с трагедией, произошедшей в Перми. По словам представителей кировских управляющих компаний и мэрии, такая работа в Кирове идет, но, в общем-то, тяжело. Все дело в том, что... Ну, какие вот есть права у проверяющих зайти и территорию чужой собственности посмотреть, что там законно и незаконно? Я так не изучал закон, но, наверное, раз проверка проводится, то есть какие-то юридические обоснования этих вещей. Лишь бы это не было компанейщиной, как у нас часто бывает, а о том, что проводят работы без ее фиксирования в БТИ, получение разрешения на перепланировку, к чему это приводит, мы прекрасно знаем. Я считаю, что должен быть систематический постоянный контроль за такими вещами. Таких
то это надо контролировать, ну, однозначно. Ситуация, по слухам, в общем-то, действительно серьезная, потому что да. в нашем городе, ну, огромное количество, число, говорят, вот специалисты таких. Во-первых, зданий, помещений, в которых люди же знают, что если вы хотите продать свою помещение, квартиру там, или помещение, и эта перепланировка не отражена в документах БТИ, то это провести невозможно. Ну, человек остается, да, собственно, в нагрузку. Ну, просто не так часто это все происходит, поэтому и люди думают, что можно не фиксировать. Хотя надо получать разрешение на каждую перепланировку. И, соответственно, отражать ее в документах. Ну, как вы думаете, закон это обязан делать. С этими потугами, так скажем, администрации изменится ситуация? Будет у нас. Хорошо, чтобы этот контроль был постоянный. Вот это самое главное. А не акция, разовая акция. Вот сосульки проверяли в этом году, весной хорошо. Нет, не факт, что будут следующие весной проверять. Если это послужило для многих уроком руководителей обслуживающих. Ну, там были все-таки да, уголовные дела. Или, да. Да, я надеюсь, что до суда и после в 2016 году эти проверки будут систематическими. И люди, которые отвечают за контроль работы, понимают, чем это может закончиться. И, наверное, этот контроль будет в 2016 году намного эффективнее, качественнее и лучше. Давайте прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжится особое мнение члена общественной палаты Кировской области, главного редактора телеканала РЕН-ТВ Киров Юрия Шлемензона. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня это особое мнение Юрия Шлемензона, члена общественной палаты Кировской области, главного редактора телеканала РЕН-ТВ Киров. Вот как главный редактор Юрий Вович сейчас активно в перерыве решал производственные всевозможные вопросы по поводу жизни телеканала, да. Я бы сейчас хотел затронуть несколько тем, касающихся поддержки бизнеса российского. Вот на днях премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, призванное помочь малому бизнесу. Заключается вот в чем. В два раза увеличиваются предельные значения выручки для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, согласно которых их относят к малому и среднему бизнесу. Теперь микропредприятия – это те, которые зарабатывают до 120 миллионов рублей в год, малые – до 800 миллионов рублей в год, средние – до 2 миллиардов. По словам Медведева, это сделано для того, чтобы большее количество компаний смогли воспользоваться преференциями, которые предоставляются государством малому, соответственно, и среднему бизнесу. Ну, это, прежде всего, доступ к государственным заказам, финансовая поддержка различных программ и ряд других инструментов. Ну что, заживет малый и средний бизнес? Наверное, мечты. Мечты? Почему? Почему сомневается? Сомневается. Ну, это очень хорошо, потому что сейчас введены некие квоты при выполнении госзаказов, где предприятия малого и среднего бизнеса должны занимать определенную долю, я не помню, около 30%, если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь, не буду утверждать. И это позволит таким предприятиям принимать участие в больших госзаказах. Mm-hmm. Но я думаю, что те предпринимаемые меры нашего правительства в период кризиса недостаточно пока эффективны. Мы не видим прорывных решений, да, в этом вопросе. Но думаю, что они будут приниматься, потому что буквально сегодня поступила информация на РБК, что Владимир Владимирович Путин, наш президент, решил вернуться к старому вопросу, который просили еще с 2002 года, когда была отклонена инвестиционная льгота по налогу на прибыль. Так, это о чем идет речь? Это о том, что налог на прибыль снижается там пропорционально вложениям на инвестицию, то есть для промышленных предприятий. То есть если больше тратите, на сумму капитальных вложений. Развитие тратите, платите меньше. Да. Ну, это логичная была методика привлечения инвестиций. Ну и давайте развитие бизнесу. И думаю, что вот в такие кризисные моменты кратковременное снижение налога позволит в перспективе дать дальнейший и больший рост для сбора налогов. То есть налогооблагаемая база вырастет за счет количества растущих предприятий, которые инвестируют, развиваются, особенно касается промышленных предприятий. Да. И я думаю, что это очень хороший шаг, и не всегда понятно, почему наш Минфин вставляет такие большие вилы по решению этого вопроса. Но, видать, ситуация уже так поворачивается, что видят необходимость. К сожалению, это видит президент, а правительство в очередной раз это почему-то не видит. И вот такой ход, если он получится, я думаю, даст некий толчок к развитию промышленного производства в стране. Ну, а что касается вот этого постановления Дмитрия Медведева, который подписал, да,
повышение предельных сумм выручки, вы сказали, да, в условиях кризиса. Ну, во-первых, проблема, а что, потом отменять, что ли, будут? Ну, опять может быть, да. Не будет ли обидно? Ну, пока мы видим, что вот за последние годы все время эта планка растет. Если раньше это было малое предприятие, это было 30 миллионов, потом стало 60 миллионов. Сейчас мы уже видим, что макропредприятие, малый микробизнес, да, который занимает в общем объеме производства, ну, к сожалению, не в нашей стране, а в других странах очень большой процент занимает, да, где объем ВВП складывается не за счет гигантов индустрии, а за счет как раз малых и микро и малых предприятий в основном. И если это позволит пользоваться другой шкалой налогообложения, то есть упрощенная система налогообложения предприятиям уже со шкалой 120 миллионов, да, то это кого-то подвинет в дальнейшем заниматься бизнесом и развивать бизнес. Потому что предприятия делали псевдодробление, да, мы знаем, по таких способах. Любое слово про дробление, да. Я хотел как раз продолжить. Ну, здесь можно будет вполне легально работать, и нет необходимости обманывать государство. И это даст некий толчок для развития бизнеса. А в качестве, имею в виду, выполнения вот этих госзаказов, мелкий, средний бизнес и крупный бизнес, Сейчас отличается сильно. Сейчас заквотировано обязательное привлечение микро и малого бизнеса. То есть, если государство делает госзаказ, то обязаны определенную часть, как 30% сотрудничества, то есть сказать, именно малым предприятиям. Именно микро и малым предприятиям отдать ее в обязательном порядке. Ну, видимо, монстры не все забрали. Видимо, в любом случае тут эффект, он не может быть моментальным, да? Он моментальный не может быть, но если мы ничего делать не будем, то ничего не произойдет. Мы вошли в кризис, да, там, в декабре 2014 года, и сидим, решаем, что дальше делать. Вот уже июль заканчивается, а вот таких кардинальных шагов, как вот там отмена инвестиционной льготы по налогу на прибыль, тоже обсуждается еще пока. Вот сделали шаг, что изменили шкалу для бизнеса. Да, это, конечно, есть большая разница, то ли ты работаешь на упрощенной системе налогообложения, то ли ты работаешь по полной. Ну, кстати, в нашем регионе еще не принят вот этот закон о налоговых каникулах, так называемых, да, когда впервые зарегистрированные до 3 лет освобождаются. Да, освобождаются от налогов. Сейчас запаздываем, надо бы уже. Наверное, давно пора было это сделать. Пока у нас планы с 1 января следующего года, чтобы это все заработало. Ну, это все говорит о том, что очень тяжело сбалансировать бюджет, и поэтому пойти на такие вещи, ну, достаточно сложно для такого тяжелого бюджета, который складывается в 2015 году. Еще про налоги, вернее, про один налог. С 2016 года владельцы административно-деловых и торговых центров общей площадью от 1000 квадратных метров обязаны будут платить новый налог, рассчитываемый исходя из кадастровой стоимости объекта. Предлагается 2%, но вот сегодня как раз Андрей Вавилов был это, в нашей студии. Это вы... 0,7-0,9, он говорит. Ну, вообще, этот законопроект еще в стадии разработки. Да? Никто не сказал, что это от 1000 метров считается. Мы будем говорить, это сначала надо говорить о том, что с 2015 года для предприятий, которые были на упрощенной системе налогообложения, вообще не было налога на имущество, недвижимость по кадастровой стоимости. И он только впервые вводится сейчас. И, к сожалению, у нас это, если не ошибаюсь, 346-я статья Налогового кодекса. Да, да, правильно, совершенно верно. Раньше они освобождались от налога на недвижимость, теперь мы должны платить еще и с кадастровой стоимостью. Я видел приходящие уведомления об этом налоге, где рост у предпринимателей составляет там, не 10-20%, а в 45-50 раз. Наполовину. Как это наполовину? 50 раз это наполовину. А, 50 раз, я думаю, на 50%. Нет, это очень существенно и тяжело. Поэтому наша даже Вятская торгово-промышленная палата очень озаботилась об этой части. Я не ошибаюсь, в июне месяце был круглый стол по этому вопросу.
были написаны в адрес рабочей группы по разработке этого законопроекта, который еще у нас разрабатывается в Кировской области, внесены замечания, предложения. Они так очень компактно написаны, в порядке 4 пунктов из того, что я видел в решении. И там говорится о том, что надо бы изучить сначала этот вопрос, как это будет влиять на налогооблагаемую базу в дальнейшем. Смогут ли все выполнять, нести такое бремя, может, люди будут отказываться от этого бизнеса, потому что ну, нереально даже окупить не то, что получить прибыль, потому что цель предпринимателя – это получение все же прибыли. Да. И не факт, что эти помещения останутся в сфере работы как коммерческой недвижимости, может, будут или продавать, или вообще переделывать ее в другой вид помещений. Много вопросов. Во-первых, много вопросов у людей, правильно ли проведена кадастровая оценка. И я понимаю, что уже есть заявление подают, а решается только через суд. И в других регионах это проходит только через судебные решения. О самой. О пересмотре. Да, о пересмотре. О ревизии. Да. То, что раньше все считали же по балансовой стоимости. И сам процент уплаты, да, вот я видел законопроекты в других регионах, там 15-й год, например, 1.5%, а там выше 2%, некоторые начинают с 0.7%. Мы еще такую большую работу, насколько из того, что я вижу в Кировской области, не проведено. И понятно, что это очень сильно может повлиять на бизнес. Ну, просто вот надо разделить два момента, что это есть направление, касающееся организации работающих предпринимателей по упрощенной системе налогообложения, и вообще организации, которые, ну, от юридических лиц, которые должны с кадастровой стоимостью. Мы уже за жилье уже начали платить с вами, да, от кадастровой стоимости. Увидели, во сколько раз это было. Ну, пытались балансировать этот вопрос, да, там различные способы. Этот вопрос по налогу на имущество организации еще пока ну, недостаточно сбалансированный. Наверное, законопроект, он в рабочих группах обсуждается. Я думаю, что придут к какому-то вменяемому решению. А вот то, что касается организации, работающих по упрощенной системе налогообложения, это уже как бы факт. И поэтому очень непросто будет тем людям, которые имеет этот бизнес, решать проблему уплаты налогов. У нас остается буквально 2-3-4, ну, может, даже минуты. Мы с вами традиционно в нашей студии поднимаем темы, связанные с тем, что нам мешает вести здоровый образ жизни, так скажем. Да? Вот смотрите, ваши коллеги из Общественной палаты Российской Федерации предложили обезличить, ну, или лишить индивидуальности алкогольную продукцию. То есть речь идет о чем? Да. Сделать этикетки единообразными. Один шрифт. Вот, если это водка, все написано водка и там краткая информация производителя, все, никаких художеств. По мнению общественников, вот эти все художественные изощрения, они... Представитель общественной палаты Султан Хамзаев, он внес это предложение. Поддерживаете? Есть в этом? Надо сказать, что этот господин сказал о том, что изначально в царской России, между прочим, все было обезличено, практически была белая этикетка и простая надпись на алкоголе. Может, мы опять будем первыми во всем мире, которые обезличат все и все, да? Но есть примеры, что в Австралии обезличили пачки сигарет, они стали все коричневые, и там, фотография, которая, или изображение устрашающее, да, на 60% площади занимает. Ну, говорят, что первое исследование, что это как бы дало отвращение у тех, которые курят. Ну, это как поставить вопрос, сами знаем, что такое социология, да, с вами. Может, это и так, но не факт, что это происходит. Ну, основные аргументы в том, что алкоголь продается не в специализированных помещениях, а в общих доступных маркетах. И когда родители с детьми посещают магазин, это очень впечатляет детей. Ну, я не особо в это уверен, что это происходит. Юрьевич, но... ну, по поводу единообразия этой этикеты. Ну, единообразие, ну, вот сделать, я думаю, что... Давайте представим, что ну, сделают будем, все одинаковыми. Ну, сделаем. Во-первых, это каждая этикетка – это бренд, да? В него вложены... Получить хороший... Сделать бренд – это большие деньги. Да что ты с ним, с брендом-то? Вот лишь бы народ не спивался. Ну, народ, я как думаю, пил, он
пить и будешь и дальше, но то, что мы создадим проблемы для предпринимателя, это раз. И не закончилось это так же, как вы помните, боролись с алкоголем в период Великой Перестройки, когда гробили виноградники и все остальное, и потом налоги не собирали. Поэтому снижение продаж алкоголя, которое делается официально, и общие продажи – это две разные вещи. Мы всегда, у нас все время сейчас отчитывается о том, что снижены реально продажи алкоголя, крепкого особенно, да? Но это не значит, что мы стали меньше пить, потому что, как мы все понимаем, рост продаж контрафактного алкоголя растет, да? Ну и надо сказать, что вот с 1 июля в России можно легально производить зерновые дистилляты, виски и самогон. Утвержден ГОСТ, он с 1 июля на территории России вступил в силу. И теперь можно не ПТУ делать, так называемый самогон, да, или там виски, которые попытки делаются на территории Российской Федерации. Теперь существует ГОСТ, и можно производить самогон. Были такие попытки. А для себя, простите, или... Нет, это имеется в виду промышленное производство. Да, промышленное. Да, потому что ГОСТ подтверждает, что вы можете... Производство, промышленное производство. То есть, в ближайшее время мы были... видим бутылки с этикеткой самогон? Они у нас производились, только ПТУ производились, в, если не ошибаюсь, в Краснодарском крае. Было предприятие, которое делало самогон. Но это не так успешно почему-то пошло, потому что доля продаж самогона, которая не в промышленных условиях производится, достаточно высока. И, как говорят специалисты, за последние годы она растет. Ну, вы, подождите, вы-то одобряете вот эту норму с 1 июля? Сразу? Я вообще не... производство? Да. Во мне ничего плохого нет. Когда существует ГОСТ на продукцию, то есть можно... понимать, качественный ты продукт потребляешь или некачественный. Значит, ГОСТ, он определяет качество продукта, в первую очередь. Ясно. Это хорошо. Но это для тех, кто в промышленных масштабах, а не, ну, да, не там у себя на кухне или где-то на счет. Хорошо, завершается наше время, время особого мнения. Хорошая тема, да? Да, Юрий Шлевензон, член общественной палаты Кировской области, главный редактор телеканала РЕН-ТВ Киров. До новых встреч, всего доброго. Всего доброго, спасибо.